Москва, 24 августа, Эрспорт. Волейболисты сборной России, игроки не старше 19 лет, заняли четвертое место на юниорском чемпионате мира в Аргентине. Россияне в матче за третье место уступили команде Ирана со счетом 1-3, 17 часов 25 минут, 28 часов 26 минут, 16 часов 25 минут, 23 часа 25 минут. Россияне на турнире не смогли защитить титул победителей. В финале турнира аргентинцы встретятся с поляками.